Привет, друзья! Это утро, февральское утро Буковеля. Вот наш домик. Правда, на втором там этаже. Сейчас вот такие вот балконы у нас. Сейчас я покажу, какая короткая дорога до нашего ресторана сала. Да. Вот мы вышли, получается, из домика. И вот уже наш ресторан сала. Сейчас мы будем завтракать там. Я покажу. Какой завтрак? Наверное, фуршет. Это входит в стоимость нашего номера. Я вот хочу для вас снять здесь вот цены сала. Кому надо, остановит и увеличит. Вот, если кто просто хочет покушать. Так, вот мы зашли. Там тоже столики есть. Вот это вот сало такое. Мы сели вот за этот столик. Тут, получается, такие диванчики, кресло. Ну, вот так это выглядит. Все. Чего ты не разделась, Настя? Что там музыка? Ой, тут много-много алкогольных напитков разных. Это десерты. Вот это всякие такие вкусняшки. Так. Блинчики, сосиски, котлетки. Да. Гречка, картошка. Какая-то зажарка. Вот булочки всякие. Тут сами наливайте соки. Вон много людей сегодня на завтрак. Вода, узвар, сок. Персиковый, томатный. Чай можно наливать. Это Вика, мы с ней ехали в автобусе. Да, она приехала сюда работать. Вот наша подруга. Она здесь работает на шведском столе. Круто. Успехов тебе, Вика. Спасибо. Здесь можно даже налить шампанского, да? Вот, эти ведрышки шампанского. Можно взять его и налить. А какое это шампанское? Белое сухое итальянское. О, белое сухое итальянское. Сейчас покажу, как называется. Вот так вот. Друзья, здесь какая-то, я не могу это, объедаловка. Ты на завтрак берешь все, что хочешь. Вот это все мы взяли с Настей. Ну, во-первых, я хотела снять это все на видео, чтобы вы это все увидели. Ну, во-первых, я захотела картошку с сосисками и фрукты. Да. Вот это все остальное маме. Смотрите, мы взяли фрукты. Что входит в салат фруктов? Тут, скорее всего, мандарин, грейпфрут, яблочко, мята. Ну, давайте сейчас попробуем сами. Виноградик. Вот виноград попробуй, сладенький или нет? Сейчас. Ай, ну, лучше так. Угу. Круто. Сладкий. Настя взяла себе сосиски с картошкой, пюрешкой. Вот такие, а это все мама взяла себе. Нет, не себе, это взяла нам. А вот и это я не знаю, что. Здесь паштет в тарталеточках, несколько видов сыра. Вот, и в каждой лежит коленка. Разности, я покажу сейчас, какие разные виды мяса. Вот это все, вот буженина. Вот это тебе нравится, я помню. Тут, наверное, 4 вида мяса или 5. Это тебе нравится. Это я только взяла. Потом, смотрите, картошка, котлетка, яичко. Ну, это почти как у меня. Вот какой-то шарш. Ой, извините, конечно, забыла, как называется, шаршупа или как-то так. Тут болгарский шархали. Перец, яичко, вот какое-то новое блюдо, ихнее шаршупа или как-то так. Десерты, яблоки печеные с орехами, всякое много выпечки. Даже можете наливать себе сколько хотите шампанского. Вот. Ну, завтрак обалденный. Обалденный. Так, это мы взяли только половину всего, чтобы хотя бы снять, показать. Завтра мы покажем вам другое. Приятного всем аппетита. Угу. Я думаю, здесь завтрак очень вкусно. Все. Вот такой вот завтрак. Пока. Сало очень, очень все вкусно.
вкусно и очень всего много.